Всем привет! Сейчас будет классная подборка товаров с сайта AliExpress, а в конце разыграем телефон. Z-Triton – это своего рода амфибия, сочетающая в себе плавучий дом, микрокемпер и электрический велосипед, развивающий скорость до 25 миль в час. По суше транспорт передвигается на двух 20-дюймовых колесах и одном 36-дюймовом возле руля. Для водных приключений велосипед складывается, превращается в компактное судно, которое мотор разгоняет до 19 миль в час. Его внутренняя часть имеет длину 3,6 метра, а ширину 1,2. Внутри достаточно места, чтобы комфортно спать двум людям, а электрическая помощь контролирует мощность освещения и температуру. Ни один праздник не обходится без конфетти, и тысячи ярких разноцветных переливающихся кусочков создают подобие фантастического дождя или снегопада. И чтобы все это зрелище было еще более эффектным и по-настоящему запоминающимся, я хочу показать вам такую вот пневматическую конфетти-пушку. Она может применяться как на средних, так и на малых мероприятиях. Пневмопатроны с эффектом вставляются в сопла, залпы из которых можно производить по отдельности или одновременно. Высота такого фонтана может достигать 10 метров. Управление залпом осуществляется кнопками включения на задней панели и спускового курка, а срабатывание эффекта происходит за счет подачи на снаряды электрического импульса. Частенько люди перед сном зависают в телефоне, где заканчивают свои дела, после чего ложатся спать. Этот вариант представляет из себя беспроводную зарядку и по совместительству ночник. С ним вам будет куда удобнее и проще, ведь одно устройство заменит вам сразу два. Размеры ночника зарядки 160 на 75 на 255 мм. Сделан он полностью из пластика. В комплекте приходит провод microUSB. Всем знакомо чувство, когда ты не можешь спокойно заснуть из-за ощущения присутствия комаров. Это касается всех взрослых и в особенности маленьких детей. Этот браслет, который был создан для решения такой проблемы. Он работает на ультразвуковом излучении. При активации эти часы будут отпугивать всех комаров на небольшом расстоянии рядом с ними, таким образом делая ваш сон более безопасным. Часы водонепроницаемые и подойдут для ребенка от 3 лет и старше. Их полного заряда хватит чуть больше, чем на 2 часа. Браслет сделан из эластичного и приятного для кожи материала. Жизнь современного человека трудно представить без различных гаджетов и в особенности без телефона. Это касается велосипедистов. Они не всегда имеют подходящие для транспортировки телефона карманы и не всегда хотят носить на плечах рюкзак или какие-нибудь сумки. Поэтому хорошим вариантом для них станет вот такой вот держатель для телефона. Помимо своей главной функции, он также может выступать в роли подсветки дороги, звонка, динамиков и пауэрбанка. Фактически это один инструмент, который заменяет сразу 5 других и практически не занимает место. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч. А это большой вместительный рюкзак, который отличается от похожих на него моделей одной своей очень крутой функцией. В этот рюкзак встроены динамики, благодаря чему к нему можно подключить телефон по Bluetooth и использовать этот рюкзак в качестве колонки. Внутри есть множество карманов под планшет, телефон, бутылки и многое другое. Продается рюкзак в стандартной черной расцветке и в красивой военной. Молния, ремешки и иные элементы сделаны из качественных материалов. Далее на очереди очень интересный детский конструктор. Он легко принимает форму и соединяется друг с другом посредством магнитов. Такой конструктор подается специальными наборами, с помощью которых можно собрать разных насекомых, обитателей морских глубин, животных и даже транспорт. Дополнительные детали можно купить отдельно. Такой вариант подойдет даже для самых маленьких строителей, поскольку все детальки достаточно большие и их невозможно проглотить. Со стороны может быть не совсем понятно, обувь ли это вообще. Скажу вам сразу, да, это она. Но отнести ее к привычным всем ботинкам будет неправильно. Дело в том, что принцип работы этой обуви заключается в буквальном обертывании вашей ноги и их фиксации при помощи двух липучек. Таким образом, вы имеете на своей ноге плотную подошву и в то же время ощущения, которые похожи на ношение какого-нибудь носка. В ней спокойно можно ходить, бегать или даже плавать. Ноги всю дорогу будут дышать и не испытывать дискомфорта от длительного ношения.
Если вы стали собственноручно косить траву на даче, то можете обзавестись таким вот интересным роботом. Это робот-косилка, который самостоятельно будет убирать ваш участок. Для его работы необходимо установить где-нибудь пункт для подзарядки и позволить машине запомнить размеры вашей территории. После этого вы сможете наблюдать за своей дачей сверху через приложение и подсказывать роботу, какую территорию стоит убирать, а какую нет. Полного заряда хватит приблизительно на 3 часа работы. Скорость работы моторчика 3000 оборотов в минуту. А этот браслет совмещает в себе дата-кабель. Такая вещица сумеет вас выручить в случае, когда необходимо срочно подзарядить устройство или же передать данные, а зарядный провод остался дома. Браслет затягивается при помощи двух магнитов. На каждой стороне есть USB-интерфейс, а у продавца можно подобрать модель как для iOS, так и Android. Один из концов подключается к телефону, второй к компьютеру, внешним аккумулятором или ноутбуку. Как по мне, это очень полезное приспособление, которое к тому же стильно смотрится благодаря своему плетению. Это очень легкое и компактное хранилище для основных инструментов, которые можно спрятать в рулевой трубке вашего велосипеда. Устанавливается оно очень быстро и легко. Тайник прячет мультитул, состоящий из 8 частей. Ключ к нему будет находиться прямо на вашем колесе, надежно прикрепившись к спице. А это умный светильник, состоящий из подставки и нескольких шестиугольных панелей, соединяющихся между собой. Их количество можно уменьшить или же увеличить по своему желанию. Каждой плитке можно задать один из 16 миллионов цветов, которые также комбинируются между собой для создания уникального свечения. Кроме того, имеется возможность настроить светильник так, чтобы он воспроизводил эффект в такт музыки. Все управление осуществляется при помощи приложения, через которое настраивается свет каждой отдельной панели или же голосовыми командами. Согласитесь, иной раз даже при помощи открывашки бывает неудобно снимать крышку с некоторых стеклянных бутылок. Поэтому китайцы придумали еще более простой способ открывания – использование такого вот автоматического гаджета. Он не требует каких-либо усилий и представляет собой подобие пробки. Чтобы мне их избавиться от крышки, достаточно лишь один раз пропустить бутылку через такое приспособление, и все готово. Лично я дополнительно хочу отметить наличие магнита, из-за которого крышка не будет выпадать. На очереди крохотная модель мультитула, которая, несмотря на свои размеры, может пригодиться в большом количестве различных ситуаций. Габариты прибора 10 см в длину и 5 в ширину. Он представляет из себя одну карточку, внутри которой расположены разнообразные наконечники, крючки и даже напильник. По желанию, любой инструмент можно быстро выдавить и начать пользоваться. Каждый элемент сделан из стали. А это умные часы, которые помимо своей стандартной функции также выступают в роли устройства для атаки на Wi-Fi сети. Они наделены батареей емкостью 800 мАч, OLED-дисплеем и тремя позиционными ползунками-переключателями. Часы поставляются сразу с обновленной версией ПО, которая позволяет моментально приступить к их использованию. Обратите внимание, что максимальная частота, на которой они работают, составляет 2,4 ГГц. Часы достаточно прикольно выглядят и имеют удобный ремешок. В последнее время на AliExpress я все чаще натыкаюсь на необычные чехлы для телефона, а на сей раз ко мне на выпуск попал очень крутой аксессуар. Это защитный чехол, который в то же время играет роль небольшого кошелька. В него можно поместить несколько карт и даже немного наличных. Не могу не отметить и то, что эта моделька к тому же еще и хорошо защищает телефон благодаря своим большим бортикам и мягкой основе. Продается в нескольких расцветках, среди которых каждый найдет то, что ему будет по вкусу. Современный житель города редко готов избавиться от привычных бытовых удобств даже в случае отсутствия комфортных на то условий. Это не говоря уже о важных гигиенических процедурах. И уже если на даче нет обычной ванной комнаты со всеми необходимыми атрибутами, или же вы отправляетесь в поход, где планируете хотя бы раз искупаться, то я хочу предложить вам вот такой портативный аналог душа. Он обладает сразу множеством преимуществ, среди которых, конечно же, выделяется автономность и мобильность. Такой душ не требует дополнительных приспособлений и поставляется со складным ведром для воды, длинным шлангом с подставкой, насосом, а также адаптером питания и внешним аккумулятором на случай, если вы решите воспользоваться подогревом. С
Специально для любителей автопутешествий я добавил в этот выпуск довольно необычную термокружку. Она имеет несколько режимов работы. В пассивном кружка будет поддерживать температуру напитка в пределах 45 градусов. При выборе режима подогреть показатели поднимаются до 50. А если вам нужно вскипятить воду, то температура дойдет до 99 градусов. Но, пожалуй, главная особенность такой модели заключается ее в складном дизайне. В разложенном виде полные габариты кружки составляют 17 на 13 сантиметров. В сложенном она уменьшается до 11 на 10 сантиметров. Выполнена она из силикона и в качестве питания использует автомобильный прикуриватель. Чашка для напитка, кстати, тоже идет в комплекте. Эта многофункциональная овощерезка отличается своим удобным компактным дизайном и многообразием слайсеров. Она позволяет нарезать и измельчить овощи и фрукты, а помимо универсальной терки может полноценно заменить дуршлаг. Все насадки можно менять по желанию. В комплект входят 4 вида съемных лезвий для крупной и мелкой соломки, а также ребристые для рифленой нарезки. Сейчас хочу показать вам крутую радиоуправляемую тачку, выполненную в масштабе 1 к 10. Машина представляет из себя 4 на 4 внедорожник, который имеет очень стильный внешний вид. У этой тачки большие мощные колеса, металлический корпус и много всяких крутых фишек. Я говорю про хорошую амортизацию, быстрые и в то же время плавные повороты, высокую скорость и многое другое. Тачка продается в нескольких цветах, причем каждый из них очень яркий и приятный для глаз. Также еще одним крутым свойством этой модели является возможность заглянуть под капот и собственными глазами убедиться в конфигурации машины. В наше время все большее количество людей переходят на Bluetooth наушники, но далеко не каждый готов платить большие суммы за знаменитые AirPods и похожие модели других брендов. Поэтому я хочу предложить вам достаточно недорогой и стоящий внимания вариант от Blue Audio. В них реализована функция остановки воспроизведения во время снятия правого наушника. А если же оставить наушники на 5 минут бездействия, то они автоматически перейдут в спящий режим и отключатся от телефона. В среднем полного заряда батареи хватает на 6 часов пользования. Во время зарядки их кейс мигает зеленым цветом. Корпус наушников, как и почти все в последнее время из этого ценового диапазона, изготовлен из пластика. Имеется небольшая ножка с надписью Blue Audio, на конце которой находится отверстие микрофона. Наушники уже успели себя зарекомендовать как хороший вариант для повседневного использования, который к тому же оснащен технологией Bluetooth 5.0. Если вы переживаете за свою сохранность и находитесь в поисках нескользящей обуви, то спешу показать вам один простой вариант, который выйдет куда дешевле и, возможно, даже полезнее. С ним вам не придется обзаводиться новой парой обуви, ведь это резиновая накладка, сделанная из соответствующего материала. При изготовлении такой накладки разработчики учли все моменты, чтобы сделать ее минимально скользящей и в то же время максимально удобной и компактной. Надевается подобное приспособление при помощи защелок на задней стороне, покрывает буквально всю площадь подошвы. Подойдет под любой размер. Для любителей разнообразить свою комнату различными декоративными элементами и подсветкой, я добавил в этот выпуск такой необычный динамик. Он представляет из себя небольшую стойку, сверху над которой левитирует неопознанный летающий объект. Помимо нестандартной идеи, под НЛО имеется подсветка, цвет которой можно выбрать самостоятельно. Управление устройством осуществляется при помощи приложения, а посредством Bluetooth она соединяется с телефоном. Встроенного аккумулятора хватает на целый день работы, а зарядка станции производится от электросети. Далее у меня идут антигравитационные часы, и очень завораживающе за ними наблюдать, скажу я вам. В них левитируют капли воды, поднимаясь снизу вверх, вопреки всем законам гравитации. Для начала работы необходимо налить воду в контейнер, расположенный снизу. Изготовлена модель из алюминия и укомплектована антигравитационным дисплеем, двумя магнитными частями, песочных часов и вилкой. Удивительно, но капли левитируют из-за частоты мигания цвета, отчего и создается такая оптическая иллюзия. Устройство выполняет функцию увлажнителя, ароматизатора, настольных часов, а главное декоративную. Размеры 158 на 158 и на 268.
А это легкий компактный туристический комплект, заменяющий сразу несколько полезных инструментов. Набор включает в себя рукоять и три сменных насадки в виде топора, молотка, ножниц и пилы. Специальные прорези на инструменте могут выступать в роли открывалки или гвоздодера, что не менее полезно. Все приборы приходят в практичном камуфляжном чехле, упрощающем переноску. И если же вы в ближайшее время планируете отправиться в поход, где вам придется выживать в экстремальных условиях, тогда вам точно не обойтись без следующего комплекта 59 в одном. Он совмещает в себе множество полезных приборов, способных выручить в экстремальной ситуации. В их список входят кремень для розжига огня, складной нож, фонарь, перезаряжаемый от USB, ручка, аварийка, столовые приборы, компас, карабин, многофункциональный браслет и даже свисток. Отдельно стоит выделить мультитул в форме карты, способный помочь в открытии бутылки или консервной банки, а также является мини-пилой и линейкой. Все инструменты упакованы в удобный кейс. Помимо перечисленного, вы там найдете еще много всего полезного. А это магнитно-модульный настенный светильник. Он состоит из нескольких шестигранных панелей, соединяющихся друг с другом посредством магнита. Их можно свободно перемещать, менять местами и добавлять новые. Они работают от единого источника питания, но при этом выключаются, меняют цвета и интенсивность независимо. Все управление осуществляется сенсором. На выбор предлагается множество приятных оттенков. При оформлении заказа продавец предлагает выбрать количество панелей, которые сразу идут с адаптером. По желанию можно докупить новые и каждый раз все больше увеличивать свою световую зону. Адаптер также можно приобрести отдельно. Людям, которые любят всякие необычные роскошные часы, этот вариант должен будет понравиться. Кварцевые часики очень необычные и имеют красивый циферблат. Они оснащены металлическим корпусом диаметром в 5 см и силиконовым ремешком длиной в 22 см, который удобно сидит на руке. Сам по себе корпус этой модели очень красивый и эффектный, чего стоит одна лишь смена времени. Продавец предлагает на выбор два варианта в черном и бежевом цветах. Каждый человек, который регулярно готовит или хотя бы минимально довзаимодействует с кухонными приборами у себя дома, хочет использовать красивый и надежный вариант ножей. Что ж, если вы относитесь к этому числу людей, то представляю к вашему вниманию комплект ножей. Они сделаны из нержавеющей стали и имеют изящный необычный внешний вид. У некоторых моделей пустая середина, что создает нестандартное ощущение при одном взгляде на них, не говоря уже об использовании. Это не необычная декорация, а самая настоящая крутая фишка целого набора. При желании вы можете сложить их друг в друга как матрешку и получить один целый нож, который будет занимать минимум пространства. Таким образом, вы и место на кухне сэкономите, и хорошими острыми ножами будете работать. Думаю, никто не будет скрывать, что в детстве он баловался с рогаткой, сооружая ее из подручных материалов, но времена идут, и теперь вы можете развлечься более совершенным крутым вариантом. Эта мощная рогатка сделана из металла и очень далеко стреляет. Помимо основной функции, она имеет встроенный лазер, помогающий прицелиться, и некоторые механизмы, обеспечивающие более простое использование оружия, а также точную стрельбу. Каждый элемент рогатки сделан из высококачественного материала, что гарантирует ее долговечность. Продается она в ярких и нестандартных расцветках. В комплекте с оружием приходит сразу несколько видов патронов. А это маска, которая подойдет любителям дайвинга. Она оснащена силиконовым обтюратором, который обеспечивает комфортное ношение. Маска достаточно плотно прилегает к лицу, однако если вода просочится внутрь, вам будет достаточно лишь поднять голову, как сразу через дополнительный односторонний клапан жидкость начнет вытекать. В маске установлена широкая линза, обеспечивающая обзор на 180 градусов. Также у нее имеется специальный держатель для камеры, если вам вдруг захочется заснять свои водные приключения. Прибор может быть совместим с цилиндрами под кислород, которые не идут в комплекте. Хочу показать вам очень интересную вещь для дома – мобильный светодиодный проектор. С его помощью можно устроить настоящий домашний кинотеатр и насладиться просмотром любимых фильмов на большом экране. Он работает на базе Android, в качестве управления использует сенсорный экран. Проектор оснащен 4G модемом и емким встроенным аккумулятором, которого в среднем хватает на 2 часа просмотра при неплохой яркости. Выводит картинку в HD разрешение 1280 на 720 пикселей. Можно воспроизводить контент с различных ресурсов, таких как Netflix, YouTube, Медиацентр, Коди и так далее. Максимальная яркость составляет 138 люмен, однако она может меняться в зависимости от подключения к электросети. Цветопередача достойная, особенно для домашнего просмотра или же презентации.
Совсем недавно я открыл для себя очень прикольную вещь. Это гелевая подушка на сиденье. Она предназначена для компенсации конструктивных недостатков сиденья стула или кресла. Ее можно использовать как в машине, так и на рабочем месте или же дома. На ней просто неописуемо удобно сидеть. И что самое главное, даже после долгого провождения времени за компьютером не чувствуется дискомфорт. Конструкция обеспечивает равномерное распределение давления, что в свою очередь уменьшает нагрузку на спину и позвоночник. А это необычный 3D-светильник, способный привлечь к себе внимание любого. Внутри него словно находится фейерверк, и все это смотрится крайне атмосферно. Он имеет несколько цветов и режимов свечения. При оформлении заказа продавец предлагает выбрать наиболее удобный тип вилки. Как по мне, это идеальный вариант для прикроватной тумбы, так как от его свечения совсем не устают глаза. Совсем недавно я понял, что мне строго-настрого запрещено пить чай или какие-либо другие напитки за компьютером. Каким-то магическим образом я всегда умудряюсь что-нибудь разлить на свою клавиатуру. Если же с вами частенько происходят такие же вещи, тогда вам наверняка пригодится следующий товар. Это термокружка непроливайка от Xiaomi. Ее особенность заключается в дне, которое оснащено присасывающимся диском, использующим давление воздуха, чтобы надежно зафиксировать термокружку на поверхности. Таким образом, ее практически невозможно случайно опрокинуть, а чтобы поднять, нужно потянуть вертикально вверх. Она также имеет уплотнительное кольцо, предотвращающее проливание жидкости из-за падений или раскачиваний. Внутренняя емкость, выполненная из нержавеющей стали, а также наружный корпус из ABS пластика, создают надежную теплоизоляцию. Эх, и вот почему я раньше не знал о ее существовании. Нередко бывает, что после трудового дня могут уставать руки, особенно если работа требует долгого провождения времени за компьютером, печати или ношения различных тяжестей. Этот массажер предназначен для снятия усталости. Кроме того, он предотвращает возникновение туннельного синдрома и хорошо расслабляет. Имеет несколько запрограммированных режимов массажа для определенных зон кисти. Для каждого режима предусмотрено 3 степени интенсивности. Во время процедуры можно включить обогрев, чтобы массажер хорошенько прогрел вам руки. Зима близится и наступает самое время задуматься о покупке хорошей шапки на этот период. Эта модель приятная на ощупь и имеет несколько интересных функций, о которых я спешу вам рассказать. В первую очередь это, конечно же, подсветка прямо на лбу. С ее помощью вы сможете лучше ориентироваться в темное время суток или же просто делать себя более видимым для проезжающего рядом с вами транспорта. Помимо этого, шапка наделена беспроводной гарнитурой. Таким образом, подключившись к шапке через Bluetooth, вы сможете без дополнительных устройств и приборов слушать музыку и отвечать на звонки. Разведать морские глубины и ощутить себя настоящим дайвером вам поможет такой вот подводный дрон. Это очень интересное устройство в мире дронов. Вместе с ним вы сможете погрузиться на глубину до 100 метров и снять впечатляющие кадры. Этот малыш обладает прочным корпусом с обтекаемой формой для легкого прохождения сквозь водоросли. Его вес составляет примерно 2 килограмма. Для хорошей картинки камера оснащена датчиком освещенности, благодаря чему она автоматически выстраивает настройки на основании полученных данных. Максимальное разрешение, с которым пишет камера дрона, это 4К. Внутренняя память рассчитана на 5 часов записи материала. При этом стоит выделить емкость аккумулятора на 5000 мАч, способных обеспечить аж 2 часа съемки. За движение же отвечает 5 мощных двигателей. В устройстве имеется 2 режима скоростей: быстрый, чтобы достичь нужной точки в кратчайшие сроки, и медленный для аккуратного подплытия. Робот может в мгновение развить скорость в 4 морских узла, что равняется 2 метра в секунду. Все управление осуществляется пультом. Если вам больше не интересен стандартный кубик Рубика, то вы можете взглянуть на вот такой вот музыкальный вариант. Он отличается от стандартного тем, что ребенку будет необходимо перемещать стороны прямо по всему периметру игрушки. Она работает на хороших магнитах и обеспечивает плавность всех движений, и попутно все это будет подсвечиваться и сопровождаться музыкой. Каждый раз, когда ребенок будет собирать пазл, игрушка будет переводить его на новый уровень. Сама по себе она имеет несколько режимов. В них можно будет как потренировать свою память, так и скорость. Если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и у вас появится шанс выиграть смартфон из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Ну а пока, пока-пока.